Я бы с удовольствием съездила на Байкал. У меня, у многих в семье всегда была такая мечта, и это очень таинственно, очень привлекает. Как будто бы очень дико, как будто безумно красиво, достояние России. Стоит посетить. Я поеду в конце лета, уже в близкое будущее. На юг поеду, на море. В Испанию было бы неплохо. В Турцию уезжаю в воскресенье. На Мальдивы, внучка. А мне все равно. Лишь бы им было хорошо и нам весело вместе. С ними куда хотят, туда и я. Наверное, какие-нибудь курортные города России, но и за рубеж. В Шотландию. Много где был за рубежом, в основном по работе военной. Много где не был в Российской Федерации, и даже приглашаю всех также Байкал, Владивосток, очень большое развитие, даже Самара, вот наша. А за границу хотелось бы вместе сесть. На Бали. Почему туда? Ну не знаю, там всегда тепло, хорошо, люди оттуда приезжают загорелые, довольные жизнью. Много мест на самом деле. Ну у меня прежде всего как бы задача посмотреть Россию хорошенько, потому что хорошо знать за границу, но надо сначала узнать Россию. Поэтому первая цель – Калининград. Ну, мы всегда ездили в Испанию, в Турцию, а я вообще-то любила теплоходы. Но сейчас все это не по карману. Даже если у человека средний достаток, все равно он уже подумает, как с семьей поехать. Это надо уже очень-очень хорошие сотни тысяч. Поэтому приходится или быть эгоисткой, удовольствие составлять, или где-нибудь вот так, на природе, на Волге. И где-нибудь под березой.